Наш повелитель снова отправляется на покорение королевств. Всех рад видеть, ребята. Вы на игре Overlord, канал Ракета. Лайкос, коммент, подписка с вас. А мы отправляемся на завоевание. Интересно, да. Найти синих прихвостей, кстати, это вот это задание у меня до сих пор оно висит. Я не могу пока их, я бы сказал бы, добыть. Я уже давным-давно пытаюсь их найти, только сейчас обнаружил, где их искать. Что касается до этого, мы побывали в двух королевствах, где нужны именно только синие прихвостни. Так что, хочешь не хочешь, надо отправляться именно в эту арену. С миньонами, конечно, у нас... плоховато. Мы выбрали всех. Ну, жить можно. Нихера. Больно было. А вот и логово синих. Вы могли бы добраться до него на плоту, но чтобы толкать его, нужны синие. Плавать умеют только они. Это я очень рад. Они умеют только тонуть. Найдите другой путь в темницу, где томятся наши сыны. Охренеть. И прикинь, главное, я получил лещей от них. Главное, я крайний. Больше никто, да? Жесть. Вот это я сейчас спустился, да? Да, жалко, пауков нету. Да, с арбалета они, конечно, прям нормально вламывают. Я даже немного похудел от него. Два выстрела, и все, и ты ушел. Туда, откуда вернулся. Мир за огромный, да? Так, я как понимаю, у нас сейчас... Я люблю хорошую охоту. Так, они сюда сейчас не пойдут. Меня бодрит. Только охота должна быть честной, иначе уже не так весело. Так, я думаю, надо вернуться к башне цены здоровья, иначе меня кнопнут. Это мне не нравится, как меня с арбалета принимают. Ты тут новенький. Не дай себя выгнать на арену. Так вот мне надо на арену попасть. Это у меня главная задача — попасть на арену. Хочу поскорее увидеть магических негодников на арене. Спорю, эти синие зверушки будут очень забавно умирать. Что-то как-то не очень прям.
То есть по-другому это не работает, да? Ну это очень плохо. Если мы сейчас будем так бегать постоянно, лечиться в башне, это очень... не очень хорошо. Я бы сказал. Да это просто жесть, а. Как их раздуплять-то вообще? Они меня просто выносят вперед ногами вообще. Даже не обламываются. Это как-то играть вообще просто с ними, я не представляю. Меня перспективы такие вообще не радуют, если честно. А вот и логово синих. Как я должен с ними драться, если у меня даже здоровья не хватает? Плавать умеют только они. Да это понятно, что они умеют только тонуть. Найдите другой путь в темницу, где томятся наши живые друзья. Вонючие имперские трусы. Я люблю хорошую охоту. Кровопролитие меня бодрит. Только охота должна быть честной, иначе уже не так весело. Да. То есть только так пройти, да? По-другому никак. В воду я спуститься не могу. Не, ну если так играть, то это не вариант. Я хочу вернуться в Нордберг. Поздравляю. Возвращайся. Кто не дает-то? Если даже мне придется сейчас просто их тупо пройти, они мне не дадут их пройти. Если вам повезет, внутри вы. Хотя, может быть, я неправильно играю, подожди. Хочу поскорее увидеть магических негодников на арене. Спорю, эти синие зверушки будут очень забавно умирать. Все решетки закрыты, эта решетка точно не откроется. Там еще эти придурки стоят.
Если тупо на броне пройти, я не знаю, ну как это работает. Они заперли синих. Нужно поскорее освободить их. Только вот так, если пробовать. Другого варианта я не вижу. Может, только так, если получится их пройти. Вариантов не было, я не знал, что делать. Интересно. Так, ну-ка, 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 ну-ка. Давай-ка, 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 давай-ка. Четыре, да? Хорош. Так, теперь смотри. Откуда вы беретесь тут, а? Ну, трудновато, да. Ладно, хер с ним, нафиг он нам нужен. Вот и будем набирать 12 штук. Ну здесь я вижу замудрено все так сделано. Все, да? Это максимум. Ну-ка. Работает, да? Ну-ка. Понятно. Так, куда она берет?
Ну, это называется вот это, я бы сказал бы, только трата времени. Ясно. Давай, 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 давай. Идем, 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 идем. Не вовремя. Да блять! Да что ты его не берешь-то, блин? Отлично. Ну, блядь! Крути, крути, крути! Чё теряете-то, бойца-то? Ну? Вообще 20 надо таких. Так, 12 у меня есть. Используйте пост, чтобы добраться до логова синих. Это прикольно. Ага. Ни хрена вы, ребята, придумали, блин. Вам стоит знать, повелитель, что у синих есть способность под названием «теневой шаг». Они могут становиться невидимыми, когда вы проводите их мимо врага. Так они могут миновать стражников, незаметно добравшись до рычага или борода. Это хорошо. Теперь вы можете открыть огню с темницей. Сюда можно будет вернуться, когда вам потребуется еще что. Ну-ка. А что это дает? О. Ни хрена их тут сколько. Проведите синих мимо
Пока они двигаются, заметить их невозможно. Угу. Так, они спустились, да? Значит, надо их гасить. Ах ты урод, а! Конченый, а! Да завали-то уже его нахер, блин, этого урода, блин. Конченый, блин. Давай, на. Так, справился вроде, да? Не-не-не-не-не, стой. Назад. Проблевались, блин. Хочешь, не хочешь, да?
Надо где-то еще найти синих. Но где? Блин, одного не хватает, да? Ну а что я сделаю? Ну такие только у меня способы есть прохождения. Ну и ребята, я не знаю, что дальше можно придумать. Отлично. Новый приказ. Мы уносим эту штуку. Скорей, повелитель, не упустите логово. Ну и чё? А, это вот так, да, работает? Придумают же, а? Что тебе надо, а? Тоже мне герои, блин. Ха! Взяли, своровали. Ну так делается, что ли, а? Здесь вторая часть заточена на то, чтобы вам постоянно взаимодействовать, ну, с прихвостями, то есть. Другому никак. Имперский дворец, да? Арена, прикольно, нифига она какая большущая. Жесть. Не переживай, твое место займет какая-нибудь другая гарпия. Так что никто и не заметит. Я понимаю. Я думаю, сейчас заставить с кем-то драться, наверное.
Кто-то там вот стоит. Ой, блин, что это за профессор Эйнштейн? Мне бы как бы вот бы прокачаться в плане бы еще брони бы, но мне прихвость не жалко просто. Мне их и так избыток, и еще и тратится на броню какую-то свою. И я вот их тут улучшаю вот, чтобы они у меня были нормально прокачанные. Но себя, конечно, нет. Все, меня взяли в оборот. Выступление станет отличным началом состязаний на арене. Ни хрена себе, вот это меня определили уже. Что я должен тут за кого-то что-то впрягаться уже. Но вы, ребята, даете. Ну, так у меня еще и здоровья-то ни хера нет. Так, и чё? Они меня будут трогать, нет? Нет. Раз у них приказа нет, то, скорее всего, эти трогать меня не будут. Вот эти дураки-то, наверное, не будут меня трогать. Ребят. Нормально? Хорошо. Ну чё, с кем подраться-то? Начнём мы с по-настоящему интересного зрелища. Поприветствуем колдуна-злодея. Ну давай. Серийного убийцу. Я ещё и серийный убийца. Откуда ты знаешь, какой я? И врага всего, что вы цените в этой жизни. Ну, поехали. Владыка демонов Нордберга. А теперь вспомним его немного, что может быть увлекательнее, чем ярость бешеного змея. Приведите его и синят. Неописуемое чудище, исчадие ада, обратившие в рабство моего дорогого брата Тосклирия. Похититель благородной дамы, губернатора Всесвята. Тот, кто ответственен за великий катаклизм и магическую запасу. Это, короче, надо что-то делать быстрее. Чего с рабами? Балдеешь, что ли? Вы
Выйти не знаю. Не бойтесь, граждане империи! Его победа скоро придет конец! Извини, либо ты, либо я! Единороги. Жесть. Тупые же вообще прям. Да сдохните вы уже, уроды, бля. Он думает, что может спасти. Вы выбрали всех. Да вы чё, уроды, блять, а? Ну-ка. Ой, бараны, а. Хер там, да? Все! Опа! Придурок этот опять, который вообще не знает, куда он бежит и для чего бежит, да? А нахера меня сразу сюда-то переместили-то, уроды? Такие вот конченые, а? Идите нахрен. Я буду голову греть сейчас тут. Скучаешь, что ли?
безопасности, а вот он нет. Что, так и будем круги нарезать, да? Ты что по голову, я ж знаю, ты же олень вот. Давай, 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 гасим его. Гаргантюан, вот, так тебя зовут, да? Единороги, и кого-то только... И это что надо, дурочка, блядь? Вот сука, а! Че зеленого, ты чего ждали-то, я не понять-то не могу. Давай, 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 гасим его. Конечно. Выбрали всех.
Кто остался-то? Еще один единорог и все. А, еще два придурка бегают. Едьте. Еще и едьте сюда. Попробуй. Вот он, вот. О, я за тебя очень переживала. А вот и нет. Ты спокойно красилась. Мы все очень переживали, повелитель. Но теперь мы вас отыскали. Узрите! Как он алчит крови, подобно дикому зверю. Надо с арены валить. Еще, сука, сопротивляете, что ли, уроды, блин? Нахер мне ваша арена упала, мне тут хорошо. Колонны эти уничтожай. Колонны эти ломать быстрее, отлично. Все, доигрался. Убить или починить Йети? Сейчас спасет, наверное. Молодец! Лучший просто.
Не, я бы починил бы эти. Тащили, все, уходим. Давай, 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 давай. Деньги не зря тратим. Он бежит, он убегает. Отлично. Мы отправляемся домой. Ой. Хозяин. Давайте, ребята, на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Лайк, коммент, подписка с вас. Удачи, берегите себя.